значит, в комиссию по постоянную комиссию по финансовому бюджету собственности вопросам экономической политики, постоянной комиссии по вопросам социальной политики поступил без сведения от председателя от ревизионной комиссии сведения по отчету о исполнении за первый квартал вырезки Татьяны Валерьевны. Значит, на основании решения Назаровского районного совета депутатов от 27 октября 2022 года номер 18-167 об оплате труда главы Назаровского района, председателя Назаровского районного совета депутатов и председателя ревизионной комиссии предлагаю премировать председателя ревизионной комиссии Назаровского района Вырезкова Татьяну Валерьевну по итогам работы за первый квартал 2023 года за высокие результаты при проведении контрольных экспертно-аналитических мероприятий в размере 10% трехкратного размера денежного награждения и трехкратного размера ежемесячного денежного поощрения. По сумме я сейчас не могу сказать, потому что я не бухгалтер, к сожалению. Ну, то есть, вот на ваше... Да, по сумме. Да, по сумме. Это сумма, да. У нас практика уже была, мы по итогу 22 года премировали Вырезкову Татьяну Валерьевну. Предлагаем сейчас делать это квартально. Вопросы? Еще? Да, Ирина Петровна, у меня есть вопрос. Да. Я что-то не понял вот формулировки. Угу. Значит, по итогам работы за первый квартал. Да. Ты по квартально раньше был. Кто-нибудь слышал в итоге работы за первый квартал? Комиссия рассматривала предварительно сведения о выставке Татьяны Валерьевны, а какую работу она проведет. Хорошо, мы же сейчас на сессии будем какой-то такой подобный вопрос. Нет, это решение комиссии по финансам. Смотрите. Там премирование, там выставка Татьяна Валерьевна отчитывается по итогам работы за 22 год. Мы ее уже премировали. То есть мы премируем сейчас, а отчитывается она через час. Сведения поступили, комиссия рассмотрела.